Привет, девчонки! Сегодня я решила обновить свой маникюр на такой же, только на свеженький. И буду я использовать смывку вот такую вот. Это смывка от сети магазинов, супермаркетов или как бы даже мини-маркетов АТБ. Обычная химичная смывка. Потом буду использовать вот такое вот антибактериальное средство от Oriflame с мандарином и чаем. Потом буду использовать набор вот пылочку, ножнички, щипчики такие с моим знаком зодиака. Вот такие шлифовальные пылочки. Ну, как вы поняли, уже буду делать обрезной маникюр. После этого я опять продезинфицирую вот этим вот средством руки. Нанесу вот такое вот масло в область кутикулы. Это вот Aroma Inter, косметическое масло для ногтей. Так. Сделано оно у нас на Украине, в Николаеве, в городе. Вот состав этого масла, как вы видите, растительные масла холодного жима, жожоба, репейное, авокадо, эфирное масло, лимон, петит грейн, мира, бергамот. Маслянистые экстракты — это чистотел, облепиха, витамин А и Е. Можно сказать, это 100% натуральное масло для ногтей. Вот. И последнюю штучку для ухода перед нанесением вот такого вот лака от Golden Rose я буду использовать вот такое вот средство от Avon. Что хочу? Вообще, хотела вам сразу рассказать о нем, только о нем. И вот, девочки, могу я его вам посоветовать с чистой совестью, честное слово. Вещь хорошая. Я забыла, что такое это слоящиеся ногти. Его им я начала пользоваться с Нового года. И с Нового года я забыла, как это, когда слоятся ногти. Видите, у него всего 12 мл. Вот. Я использовала вот только столечки. Его нужно очень-очень мало. Для того, ну, для нанесения. Вот. Вот такой он миленькой баночки. Давайте я вам трошечки расскажу. Вот даже нашла коробочку специально. Так. Тяк-тяк-тяк. Ой. Извините, вверх ногами. Вот это средство для укрепления ногтей, бриллиантовый уход. В нем, смотрите, в составе входит вот алмазная пудра, которая, как правило, ну, укрепляет. Это самый крепкий драгоценный камень. И вот и за счет него, ну, он укрепляет, короче, ногти. Вы уже поняли. Поэтому вот эту вещь я вам советую. Очень-очень-очень классная штука. Ой, что хотела еще сказать по поводу вот этого вот лака. В нем очень обалденная кисточка. У кого есть косметика Golden Rose в продаже, на рынках, магазинах, берите, не пожалеете. Вот. Сейчас покажу, чем удобнее. Ой, извините. В нем вот такая вот плоская и широкая кисть. Этим вот он очень хорош. Он наносит лак с одного, наверное,
Ну, я два раза всего лишь проглаживаю на всякий случай, чтобы было ровно на более толстых, широких ногтях, на таком вот, третьих. И вот это, кстати, в один слой. Он настолько насыщен в один слой, сохнет быстро, наносится без всяких разводов, прекрасный лак. Ну и в конце я закреплю свой весь маникюрчик такой, таким вот кремчиком, это Oriflame Dream Cream, который, крем для рук. Так, ну, короче, не написано, но я вам скажу, он с миндалем. Такая миниатюрка, неплохой крем. Никак его не доюзаю, но надеюсь, сейчас поеду в поездку и его там закончу. Вот. Вот я хотела с вами такой штучкой поделиться, поделилась со спокойной душой теперь. Советую ее вам. Берите без всяких там сомневаний, она вам поможет. Я говорю, я вот уже полгода не знаю, как это, когда слоятся ногти. Поэтому всем спасибо. Пока-пока.